Вот Петр Алексеевич будет выступать, он скажет, я вижу, он не согласен со мной. У нас даже в рамках таможенного союза уже сегодня идет запрещенный сегодня к ввозу на территорию Российской Федерации товар из стран ЕС. В данном случае, к сожалению, через Белоруссию. Вот, написано. Страна происхождения. Белоруссия. Наклейку сорвали. Польша. С Украины будет там в десятки раз. Захлестнет просто, понимаете? Захлестнет. Я знаю, что руководство Беларуси и правительство, и президент, они стараются воспрепятствовать вот подобной негативной и незаконной практике. У нас с ними хотя бы есть соглашение. С Украиной этого нет.